Доброе утро! Доброе утро! Мы проснулись, мы позавтракали, мы уже сдали номер и сейчас приехали на канатную дорогу. Да, еще успели ключ потерять, переложив из сумочки в сумочку. Вот. Потом найти. В общем, мы абсолютно счастливы. Сейчас будем кататься и выдвигаться домой. Домой. Да, они здесь медленно-медленно. А дальше ускоряются. Замечательно, замечательно. Она дальше ускоряется. Дальше, конечно, мы быстро поедем, чтобы спокойно заходили. Так, на старт внимание, Ванечка. Ариша, вам очень идет. Покажитесь еще раз. Я лечу. Да. Ну вот мы ускоряемся. Слушайте, а мост, где мост же тоже над Волгой есть, да, где-то? Или он дальше? Нет, это тот, который мы проплывали. Нет, мы на такой проплыли. Нет, мы на такой проплывали, мы под ним проплывали. Это Волга. Ака с той стороны уже. Это Волга. Это Волга, мы плавали по Волге. Вы видите, по-моему, ЖД, это ЖД на сторону Бора, это ЖД мост. Угу. Вон он. Все, что мы плавали вчера, мы плавали по Волге, а Ака только на стрелке. Здравствуйте, на Аку мы ушли, все нормально. Окей, а вот это называется грибной канал. Почему он грибной? Ну, потому что здесь раньше, сейчас, может быть, тоже, я не знаю, просто в последнее время. Вот здесь вот видите вот эти лодки-то? Угу. Здесь занимались вот эти. Гребля. Гребли, да. И вот это пляж, кстати, вот сюда можно, если летом приехать, да, наверное, может, тут вот тоже пляж на той стороне. Слушайте, классно. То есть вон там вон дорога, вон где, вон там зеленый, видите, домики, вон там дорога, и вот сюда так приезжаешь. И здесь тоже загорают, вот видите, это как трибуны, да, где да, висели, лавочки. Тут уже, по-моему, все оборвали. То есть все подготовлено для соревнований по гребле. Да, тут были деревянные, наверное, сверху лавочки, но это уже, наверное, было столько лет, что я даже уже этого не помню, как это было. Понятно. Ну вот, чистенький, смотрите, песочек хороший, да, прям вот сюда можно это. Скупаться? Ну, да. Скупаться и ездить. Ух ты, смотрите, квадрокоптер. Ага, слушайте, смотрите, квадрокоптер летит. Ага. Шустро так летит. Это шпион! Шпион. Я думаю, что запускали там, когда то, что на Кремль. Папа, всё прям в Кремль. Что это такой маленький квадрокоптер, у него есть еще камера, которая снимает. Да, есть. Копает. Приехал на машине, видишь, нормально песочку набрать. Вот Саша, что делать? Банная, русские бани, усадьба. Вот тут видишь. Пап, кстати, это чем квадрокоптером управляют это телефоном. Да, есть такие квадрокоптеры. Там надо скачать приложение для этого квадрокоптера. Я себе хочу такой. Гостиничный комплекс. Кстати, вот это Волга, а вот там вот Ака. Вот туда Ака. Туда, да. И вот тут они сливаются. Да мы вчера вот плавали, мы доплыли до стрелки и ушли на Аку. Проплыли два моста, мост вот этот мост, потом метро мост, потом еще под ним развернулись и приплыли обратно. Да, правильно говорите. А вот под через Волгу вон он дальше, мы туда и не плыли. Так это Ака такая широкая в этом месте? Я почему-то думала, что...
Все, поняла. Смотри, а здесь прям затопленная типа баржа или что-то такое лежит. А мы сейчас едем, это Бор, это город или что это? Вообще Бор это город. Но сейчас что-то тут какое-то административное было деление. Если честно, как-то не вникала. Я не житель Бора, поэтому не вникала. Вот там какой-то городской округ, что ли, это называется. Сейчас ну, наверное, деревеньки присоединили и сделали городским округом. Нет, городской округ это отдельное образование. Я просто не в курсе тоже. Сейчас вы приедете, там будет написано Бор, по-моему, какой-то его тут статус какой-то административный. Такой заливчик. Вот там вот еще паром ездит. Туда-сюда, да? Да, вот видите, там машины, там грузят, да, и людей. Да. А, вот этот, вон там стоят. Вот мы опору проезжаем. Ой, смотрите, какой вообще шикарно. Да. На город. Ну, вообще, я вот читала, что кто во что впадает. Что вот в этом месте у Оки больше водоток, чем у Волги. И как бы по науке-то, что Волга в Оку-то впадает. Ну, в общем-то... Интересно. Значит, в этом году прочитала. Ну, вот в смысле, в принципе, видно, да, что здесь вот Волга-то какая-то немножко мелкая. Да, меня это и смутило, потому что, ну, привычно, что Волга полноводнее, чем Ока. Ну, по каким-то там критериям все-таки они считают, что Ока в Волгу впадает. Потом еще какая-то тоже река, тоже, которая впадает в Волгу, тоже такая же ситуация. Что тоже очень полноводное месте впадения, да? Да. Душно, давайте прям форточку прям вода. Нам причем вчера сказали, что будет очень холодно. В кабинке. Это очень холодно. Ну да, наверное, когда ветер. Там окажется форточка. Да, вот со своей стороны откройте. А здесь у тебя открыто все. Кстати, тоже потеплее оделась, потому что сейчас холодно. Ну, здорово. Здорово. А зимой тоже работают они, зимой да? Тоже работают. Воды прям свет разный. Потому что они работают только когда очень сильный ветер. И бывает, что вот ветер, раз она сама встанет, эта кабинка. Но сегодня вот ветра-то нет. Да, сегодня ветра нет. Стоит, потом опять поедет. Вань, ты проснулся? Вон паром, видишь, наверное, точно. Но он маленький, смотри, там вот буквально на несколько машин. Ну, вон да, они грузятся там, сейчас. Да. Вот сейчас две, вижу, три, может быть, четыре машины. Мы-то плавали, помнишь, через чем? Да, мы плавали. Ну, по-моему, или что это было, там большой паром был. Слушай, я окончательно в реках запуталась. Придется сесть изучить. Я даже не знаю, что это, наверное, речь какая-то берет начало, да, отсюда, вот, мне кажется, какая-то. Ну, просто залив такой. Что же, даже не знаю. Живешь, а ничего не знаешь. Да интересно, кстати, что это. Ну-ка, почитай. И потом мне покажи, я изучу. Да, слушай, здесь можно действительно очень хорошо. Это река Везлома. Река Везлома, но она чуть дальше она и не продолжается. Она вот раз и все. Озеро теплое. Вот там дальше озеро теплое, и вот она вот так, вот то вот озеро, и все, и вот она заканчивается. Чего она река, непонятно. Ну вот и все, Волгу проехали. Thank you.
просто вода весной выходит, да, выходит из берегов. И вот и такие лужицы остаются потом. Тем более сейчас, видите, тепла-то нету. И... Ничего не просыхает особо. Да, не высыхает. Ну, кстати, в этом году еще ничего бывает. Прям лужи такие конкретные. Прям зеленые просторы. Ага, классно. Хорошо, что мы сегодня поехали. Вы из какого города приехали? Красноармейск, Подмосковье. Вы на теплоходе приехали? Нет, мы на машине. А, на машине? Мы путешествуем, объезжаем города. А, молодцы. России. Остановились в гостинице? Ну, вот Октябрьская вот здесь. Долго-долго выбирали такого, чтобы в центре, чтобы близко. Все, ну классно, мы еще попали вот на, получается, День России, День города. Все, одно время такое шоу вчера было, такой салют, такое народное гуляние. Мы там прям, нас это чуть ли не смели. За руки, за руки. Не, ну, кстати, на самом деле все равно очень вежливо, очень так. Там вот в одном месте молодежь разгулялась, они шли, сцепив руки, и там и так нас пофиг. Пропускать не хотели. Да, пофиг им было, там дети, не дети, но в остальном вообще... А мы что, с ленивой, поздно было, может, спать хотели. Но вчера еще дочь день рождения было, и мы уже все, гостей приводили. Салют только слышали, как гремел. Понятно. Долгий такой. Я слышала, что гром долго был. У нас ничего не видно. Слушай, я только что вспомнила. Че? У Тани день рождения тоже вчера. У кого? Сейчас поздравлю. Вот, смотрите, болотце какое. Зелененькое. Не, они словно нарисованные. Вон та же лужица. Угу. Неужели до сюда доливают воду? Слушайте, это какая опора, ну, по счету была? Это река, наверное, развивается. Наверное, да. Потому вот там сейчас какое-то озеро, они прям на нем там отдыхают, там вообще много отдыхающих. Потом вон, видите, вон какой-то, я не знаю, что тут развивается. Но весной бывает много этой воды здесь. Может, здесь какие-то все-таки эти внутренние какие-то ключи, я не знаю. Да, кстати, то и подземные же могут быть. Руднички. Ну, вон уже видно. Сальвадор Дали. Шлёпусы. Слушай, ну длинная канат, посмотри. Да. Это мы какую опору по счету проехали? Я не считал даже. Ну их 10, да, опор? Я не знаю, я тоже не считал. Ну обратно можно вот посчитать. Вот у них это озеро очень такое пользующееся. Где отдыхают, да? А, ну вон там раздевалки даже стоят, зонтики. То есть... Ну смотришь, какая-то табличка, что там написано. В этом году что-то смотрю. Ну, чувак, да, ну что-то оно как не выглядит прям как... Да, а то прям было, я все это, едешь прям, думаешь, вот прям слезть бы и тоже позагорать. Что-то в этом году не очень красивое. Да, это я не хочется. А так прям всегда, вот видите, здесь прям пляж такой. Угу. Почему вроде озеро, что бы на Волге, да, не покупаться? Ну, на Волге вода же все-таки не очень холоднее. Чистая. И не очень чистая. Не очень чистая. У меня муж вообще не купается в Волге, потому что у него потом начинается аллергия. Не, у нас вот, как ни странно, вот Черноголовка, ну, недалеко от нас городочек, два озера. И вот просто прелесть. Причем действительно очень комфортный песочек и все это в лесу. На Черном черное, но как-то... Я про Черноголовку, я не про Черное озеро. Ты сказала два. А там в Черноголовке два, мы просто на одном не были. Городской округ, город Бор.
Ну, это город просто, городской округ. У нас тоже городской округ. Ну, потому что к нам присоединили еще населенные пункты. Ну, может быть, и к ним тоже. Да, так и есть, да. А смотрите, здесь какая... Ух ты, смотрите, здесь-то тоже этот скалодром, типа этот. А, точно, экстрим, да. Экстрим, эти самые. Вон, внизу, смотрите. Там вот юрты. Ой, слушайте, классный комплекс. Смотрите, как классно. Это вот тоже в этом году только поставили. Полоса препятствий. А, скорее всего, это сейчас вот такое... Веревочный парк с 9 до 20.00. Ну что, следующий приезд поедем, сюда, поедем в парк. Вот этот. Не, я все-таки смотрите, батуты, вот, ну там не батуты, там лазание какое-то. Вот там. Лазать. И юрты здесь, типа отдыхать, можно шашлыки делать. А, кафе. Джай Ляу. Там зоопарк, наверное. Так, ну что, готовы все? Готовы, мы приехали. Вылезать? Так. Ну да, это тоже какой-то заливчик. Да, ветер. Туда мы ехали, ветра не было, было жарко. Душно, а сейчас абсолютно не душно. Слышен ветер. В общем, мы вовремя съездили. Да. Раздули. Что это здание такое разноцветное? Какое здание разноцветное? Синее, красное. Ой, Ариш, ну сейчас вот мода на этот Алюка Бонд. У меня два варианта. Или это что там? Это как его, элеваторы для хранения зерна. Либо это что-то связанное с песком, там, с цементом, со строительным чем-то. Ну, это стекольный завод. Стекольные? Да. Вот эти вот такие штуки. А, ну вот эти вот колонны, это как бы хранилище чего-то сыпучего. Все понятно. А, это вот то самое знаменитое автомобильное стекло Боровское. Во, точно. Вон они где. О, какой ветер. Все, смотрите, сейчас еще сильнее, когда ветер подует, нас вот так вот начнет переворачивать. Не пугай детей. Это наших ничем не запугаешь. Вот мы проезжаем. Это седьмая, да? Седьмая. Сколько их? Ну, восьмая, я просто, когда мы... Девятая, десятая, куда десять? Да, десять. Мы когда шли просто к канатке. Здесь тоже пляж, наверное, вон. Ну, там, видишь, даже яхты. Вот перед этими. Вон песочек. Угу. Там... А, да, сетка волейбольная натянута. Тоже, наверное, пляж. Какая зона отдыха типа. Ну, как туда и добираются, непонятно. А, вот дорога идет, а по набережной идет дорога и сюда. Папа, смотрите, из воды пьет. Ну, фонтанчик сделали, видишь, такой. Причал, усадьба. Это не похоже на такой. Слушайте, а здесь получается она такая мелкая? Мелкая. Смотри. Фонтанчик снимаю. Все хорошо, но комаров, наверное, да, многовато здесь. А так вот отдыхать хорошо. То есть получается, здесь, наверное, периодически вообще все это, да, высыхает или нет? Нет. Нет? Здесь нет? Потому что я смотрю, там прям вот в некоторых местах вот дно отмели. Бани, всякие вот так.
ресторанчики. Так же, как у нас, где мы шутки едем. Ну, приятный комплекс. Можно вот так вот поехать, если, например, а вот, смотрите, день погулять, здесь, день покупаться. Да. Можно вот здесь покупаться. Слушайте, да. Летом вот, может летом сюда приедем? Может. Можно. Ты все хочешь это, августовский обувь отдыха откосить от Карелии? Вот, собачка бежит. Водичка, да. Опс, побежала. А, все, все, пошла. Попила? Ну, по крайней мере, ноги попила. Намочила. Ну, мне кажется, она попила. Попила, Вань. Точно, я дома пью. Ну, Ариш. Ну, она голову так пила. Я вчера классно Ваньку заляпала мороженым. Сейчас мы еще добавим. Так. Все. У нас осталось 2 минуты 36 секунд. Трамплин для попрощаться. Прыжков. Да, это же, смотри, для прыжков. Это в длину, по-моему. Ну, это как прыжки, прыжки с трамплина. Зимний вид спорта. Маленький, смотри, видимо. Детский там или кто учится, и он большой. На лыжах, когда прыгает. Я знаю. Здорово, смотри. Слушай, а мы когда ехали, не заметили. Мы и фонтан не заметили. И тут маленький пруд. У меня дядя, как-то поднимается. Ну все, я выключаю. У нас осталось совсем чуть-чуть попрощаться. Пока-пока. Да подожди еще, пока-пока. Мы снимаем финальный аккорд. Да. Доедаем вкуснейшее боровское мороженое. Да, это красноармейское, это что, баблгам вкус. Да, кстати, вот мы здесь попробовали вкус баблгам в перемешку с маршмеллоу. Очень-очень вкусно. Вот. Последний взгляд на Волгу. Я, наконец, в этих разночтениях разобралась, что просто в том месте, где мы плыли под мостами, Ака настолько полноводна, что сейчас существуют споры, что во что впадает. Но все-таки считается, что Ака в Волгу. Вот уже наша машинка готова нас везти домой. Да. Вот. Доедаем мороженое. И едем. В общем, два удивительных открытия, что Нижний Новгород – это место рождения Кулибина и боровское мороженое. Да? Что боровское? Ну, вот это именно боровское. Она говорила, когда мы первый раз покупали. Да? Да. В общем, ребят, поездка в Нижний Новгород – это фантастика. Мы очень ею довольны, очень. Тополиный пух, жара, июнь. Мороз, июнь. Какие еще версии? Как думаете, это снег или тополиный? О, у Вани в волосах мороженое. Тополиный снег. Тополиный снег. Тополиный снег, мороженое. Ну, кстати, уже теплее. Да? Да? Ну что? Уже может быть еще чуть-чуть и можно загорать. Всем пока-пока! Открытие.